Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Dodge S90. И сейчас я покажу вам, как выполнить полный сброс этого устройства вместе с паролем. То есть, да, сейчас установлен пароль блокировки. Я наглядно показываю, что делать, если вы вдруг его забыли. Итак, вначале нужно нажать и удерживать кнопку питания. И нажать выключение. И нажать ОК. Подождать, пока телефон вырубится, затем одновременно нажать и удерживать кнопку питания и увеличение громкости. Отлично, мы попали с вами в бут-меню. На экране видим такие вот узорчики. Итак, что нам нужно? Нам нужно нажать на кнопку увеличения громкости. Кнопку увеличения громкости опускает стрелочку, а нам нужно, чтобы она была направлена на надпись Recovery, она самая первая. Тут всего три надписи: Recovery, Fastboot и нормальная загрузка. Нам нужна первая, Recovery. И когда мы остановились на Recovery, нажимаем на кнопку уменьшения громкости. Ждем. Теперь нажимаем на кнопку питания. Нажимаем ее и держим, нажимаем на кнопку увеличения громкости, отпускаем и отпускаем кнопку питания теперь тоже. Здесь мы уже нажимаем на кнопку уменьшения громкости несколько раз, пока не остановимся на пункте Wipe Data / Factory Reset. Нажимаем на кнопку блокировки, спускаемся вниз, опять кнопка питания. Ждем пару секунд и нажимаем на кнопку питания. Только подождем сначала, пока все закончится. Так, все. И нажимаем на кнопку питания. Все, теперь телефон перезагрузится. Осталось только подождать. Внимание, этот процесс продлится достаточно долго, около там, минут, не знаю, 4-5. Поэтому не паникуйте, все с вашим телефоном в порядке. Мы видео ускоряем, поэтому у нас идет это гораздо быстрее, но у вас длится этот процесс будет гораздо дольше, чем у меня. Ну вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч. Пока.